Значит, ты можешь теперь своего Даня. Кстати, о, два пользователя смотрят. Мне даже показывает, сколько смотрят пользователей нас. Ну ладно. Не знаю, я думаю, да. Это все равно это тестовое, это не переживай. А, вот я взял, переключился. У тебя видно, что у меня монитор переключается или нет? Так. Может мне вообще включить этот game mode spectator. Вот, смотри, я теперь как камера летающая. Ну, сейчас два уже кто-то смотрит. Надо бы твой звук как-то вывести тоже. А может ты пойдешь играть за этот компьютер? А я буду наблюдать. Отлично. Значит, F3 плюс N. Отлично. Значит, ты давай камеру. Камера! Нет. Ты должен в спектейтере. Ай, ладно. Хорошо. Ладно, хорошо, пошли. Мы должны добывать дерево. Кстати, привет, кто нас смотрит. Иди дерево добывай. Давай. Я тебе лайк поставлю. Ой, да блин. Только чуть-чуть прошло времени. Сейчас монстры опять нападут.
Сделаем какое-то убежище временно. Это просто будет, если... Ой-ой. Так, это будет, короче, пробный вариант, и потом будет другой мир, которые смогут посмотреть потом. А сейчас нам надо срочно делать убежище. Значит, ты выкопай яму. Копай яму, чтобы мы туда спрятались. А я добуду дерево, хорошо? Хорошо? Хорошо, отлично. Опа, я корабль нашел. Ай, о боже. Нормально так. Ай, а, нет. Получай, зомби. Даже не верится. Так, ладно. Нет, нет, нет. Это не это. Да чё ж так просто не может быть? Давай, на! Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, ай! Я не могу! Помогите! Всё, не пройдёте. Значит... Эй-эй-эй-эй-эй! Ну да, конечно. На! Получай! Получай! Получай, наглый паук! Фух! Ну и тебе надо! Где раки зимуют? Так, значит, надо добыть дерево, и все будет у нас хорошо. Молодец. Кстати, лучше пиши в чат, хорошо? Ну, то есть, надо нажимать, сейчас покажу. Надо нажимать английскую Т и писать. Понятно? Если консоль, то надо открыть консоль и нажать и убрать эту палку. Понятно? Хорошо. Значит, отличная комнатка. В принципе, здесь безопасно. Значит, я сейчас нам сделаю... Да. Пап, сейчас. Можно твой компьютер, мой компьютер взять? Просто поставь сложную сложность. Нет. Так, отлично, значит. Значит, это верстак сюда поставить. Надо обязательно скрафтить двери. Чтобы никто сюда не прошел. И пиши в чат. Ой, кто-то... Нет! Пап, отбивайся, отбивайся срочно!
дай кость. А, и то, и другое. Все мои вещи отдай. В смысле, так... Отдай землю. Спасибо. Все. Ой-ой, крипер! Главное, чтобы он к нам не забрался. Хорошо. Значит, сделай нам кирки, раз у тебя дерево. Ну, какие-то. Нет. Дай мне все дерево, я сам сделаю. Отдай все мне дерево. Отдай все дерево мне, я знаю, что делать. Спасибо. А это все было? Да? Вот же ж черт. Нам не хватает на кирку. Кстати, нитки отдай. Все нитки отдай. Мне надо еще один. Еще один. Спасибо. Подожди, я подобрал их? Так, значит, пап, на каменную кирку. Там зомби в кожаной броне. Мне он нужен. Давай. На. 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 Получай. 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 Да. А, нет, нет, нет. Они меня окружают. Получай. Отлично. Они начали гореть. Но не все. Давай. На. Давай. Давай. А, нет, нет, они меня подожгли. Давай. Давай. На. Оп. Давай же. Ну же. Оп. 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 Блин, ничего не выпало. Жаль. Пап, я считаю, нам нужен нормальный дом. Я пошел нам строить нормальный дом, хорошо? Кто? Где? Классно. Я вообще взорвался как-то. Ладно. Кстати, он... Сейчас. Дверь? Дверь. А дверь взорвалась. А не, не взорвалась. Все хорошо. Сейчас дам. Сейчас дам дверь. Где ты там?
что? Я тебе дверь хочу дать. На дверь. Кстати, у тебя каменная кирка. Значит, я пойду добывать дерево. Это пробный мир, и мы здесь это. Это просто пробный мир, мы здесь не будем выживать. Кстати, блин, скелет. Надо бежать. К кораблю, я же его еще приметил, когда дерево добывал. А может быть и остаться вообще в этом мире? Да, я думаю остаться, в принципе. Может... Пап, этот мир будет непробный. Оп. О, эй, эй, эй! Кстати, ты видишь, ведь что у меня там происходит, да? Прям сундук. Значит, отлично, карта клада. И полоплутавшихся. Там теперь. А сюда нам теперь, по идее. Так. Где-то здесь сундук. А вот он. Один алмаз и пузырек опыта. И куча железа. И один алмаз. Но жаль, что всего лишь один. Но все равно спасибо. Так, ладно. А откуда я приплыл вообще? Помогите! Пап! А вон туда мне надо. Смысл? Ма, блин, ладно. Так, хорошо. Да, я начинаю еще ютубер, и что? Интересно, кто же меня смотрит? Если что, извините. Фух. Мне нужен посадить саженец. Надеюсь, он мне выпадет. Так, ладно. О, вроде саженец есть. Сажу. Что? Что? Как это происходит? Не понял. Саженец не сажу. Ну вот, вот и отлично. Блин, что это за лаги такие? Блин. Мне так интересно, что... Так. О, еще один саженец. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Все. Значит... надо добыть все дерево на этом острове. О, там деревня есть.
Интересно, ты с самого начала смотришь? Не, ну что это реально? Я не знаю, ты с самого начала смотришь или нет, но если что, то это вообще первая часть, наверное. Не знаю. О, там и яйцо. Отлично, неплохо. Кстати, яйца я не ем. Вообще я не ем теперь мясо, не знаю, ничего. Ты вообще меня слышишь? Почему здесь чата нет? Я не знаю, я вообще. Я просто спрашиваю так. Это же моя мечта, по идее, исполнилась. О, ладно. Подожди. Третий? Ну это же канал сложно найти. Он же даже начинающий просто. И тем более это тестовый этот. Погоди-ка. Может это... Может, это и дедушка с бабушкой. Ну ладно. Понятно. Я не понимаю, это что, еще одно занятие, что ли? Или это просто над мной пранк решили сделать? Не знаю. Так, мне надо доплыть до деревни, и я сделаю мостик. Точно сделаю мостик. Так. Ламинария. Я даже не понимаю, кто это. Как этот канал они вообще нашли? Кого? А я буду дерево добывать. Я облутаю деревню. Значит, саженец. Хлебушек нужен мне. Кровать. Ладно, я верну все. Хлеб мне не так уж и нужен. Сено мне тоже не так уж и нужно. На втором этаже ничего. О, нет. Привет, что продаешь? Понятно. О, киса. Блин. Так, ладно. О, кузня. Это мне повезло, повезло. Так, значит, заберу вот это и все. Пожалуй, мне надо быстро за деревом. И словить где-то три рыбки. Это ж легко, по идее.
значит, мне надо сделать верстак, поставить. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне надо. Ай. Значит, все это я продаю. Нет, надо именно киркой. И пиши в чат, пожалуйста. Ловится, ловится, плывет. Значит, мне 6 рыбок надо поймать. Ладно. Да, только ее грабить не надо, потому что я забрал, в принципе, все нужное. Так, значит, уже 4. 1, 2, 3, 4. Пап, пиши в чат. Хорошо? Это кость. А это не рыба. Всего мне 4-6 надо. Оп. Блин, сорвалось. Так, ладно. А если я по... Сколько вообще сейчас времени? Пап, верни все обратно, как было. Хорошо? Ты же не видишь мой экран. А, ладно. Сейчас я кисок найду. Так, первая киска. Киска. Киска, 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 киска. Кис, 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 кис. Кс, 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 кс. Кс, кс, кс. Иди сюда, иди сюда. Получи рыбку! Рыбку получи! Рыбку получи! Рыбку! Да, давай! Рыбку! Иди рыбку съешь! Быстро! Я для кого рыбу ловил? Я для кого рыбу ловил? Мне точно нужно... Давай, ешь! Я тебя поймаю, киска, киска, киска. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Ну поешь рыбки. 2, 3. Эй, ты что? 4. Да! Поешь. Ну все, пап. Я возвращаюсь.
Тарарарарарара. А зачем я опять скрафтил верстак? Киска, ты куда ушла? Киска. Кс-кс-кс-кс. Давай, садись в лодку. Садись в лодку. Ладно, поплыли так. Поплыли, давай, давай. Киска. Кис-кис-кис. Надо тебя на удочке держать. Понятно. Давай. Оп. О, нет, ко мне паук плывет. Оп. Оп. Давай. Ай. Киска, плыви, плыви. Где? А я хочу напомнить, что я снимаю. Не знаю. Пошли. Уже один. И этот кто-то, я не знаю кто. Наверное, ты. То есть я. Ну ладно, киска, давай, плыви. Плыви. Плыви, давай. Уже. Мам, ну не мешай нам снимать. Мама, уходи. Ладно, не обращайте на это внимания. Давай, киса, плыви. Плыви. Киса, плыви. Папа, сейчас трансля... Пап, сейчас трансляция идет. Наша задачка снимать. Нет, наша... Так оно ж снимает или нет? Так. Мам, нет, только
с тобой? И почему ты именно сейчас об этом говоришь? Нам теперь надо словить рыбу. Срочно! А? Нет, или вообще можно, если найдешь. Так быстро надо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нас никто не смотрит. Так, ладно. Мне... Кот, ты там живой? Кот живой. Все отлично. Папа! Ты что, куру убил? Не убивай животных. Не убивай животных. Где верстак, а вот. Так, сейчас. Оп. Сейчас я словлю рыбы. Думаю, три... Вот думаю, три рыбы хватит. Тут и деревня рядом, и башня разбойников. Вообще что-то крутое. И корабль вон там. Самый везучий мир. Но здесь и башня разбойников, и корабль, и деревня. Значит, это отличный мир. Пап, вон рыба плавает. Не, он точно это не будет. А чё такой я невезучий? У меня целых двоих лабрюха. Это ж как, какую надо невезучесть иметь. Или везучесть. Не знаю. Ладно.
Ладно. Так, ладно. Наконец-то. Сейчас кошечку покормлю. Пап, иди попрощайся. Напиши в чате пока. Напиши в чате пока. Давай. И отлично. Пока. Так, пока. И всем пока. Я даже не знаю, кому я говорю. Короче, всем пока. Как выключить трансляцию? Пап.